Адрес обязывает. В подвале дома на Кронштадтской 12 вода. Сейчас это просто лужа, причем снеговая. А 2 недели назад подвал был затоплен фекальными стоками. Причина – переполнился соседний коллектор. Председатель товарищества собственников жилья несколько дней подряд обзванивала коммунальные службы. И все без толку. Говорит, дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства главы города Игоря Сапко. Конечно, благодаря тому, что, вот я думаю, звонили из колл-центра, главы администрации, я думаю, более активно пошла работа. И все, буквально вот, все зашевелились, стали приезжать, стали интересоваться, смотреть, спрашивать, звонить, присылать письма. Если такие же пойдут проволочки, как и у нас, вот такие вот затяжное решение вопросов, конечно, лучше обратиться в колл-центр. После звонка в колл-центр проблема была решена в течение дня. Другой инструмент эффективного взаимодействия населения и власти – это общественная приемная. Прямые контакты с горожанами – один из обязательных элементов приоритетного проекта главы города «Общественное участие». Здесь могут рассмотреть самые разные вопросы. Все обращения берут на контроль. Например, пермяк Денис Шевцов обратился с жалобой. Решение суда о предоставлении ему жилья долгое время не исполняли. После обращения по существу к Игорю Вячеславовичу ушло буквально месяц-два. Была предоставлена квартира, вот, то есть личное участие принял глава города, за что ему огромное спасибо. Людям должно быть комфортно в городе. Комфортно работать, комфортно отдыхать, комфортно жить. Но зачастую механизмы, обеспечивающие комфортную жизнь, не работают как надо. Тогда у пермяков есть возможность обратиться к городским властям напрямую. Это гарантия того, что по каждому вопросу будут сделаны выводы и приняты решения, чтобы в будущем такие проблемы возникали как можно реже. Олег Романов, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.